Вы же понимаете, что это же город. Да. Я когда первый раз туда приехал, я вообще потрясен был. Я не думал, что в Беларуси есть такие места. Это вообще уникальное учебное заведение. Там работы очень много будет и по благоустройству, поддержанию того, что есть, и озеро, и посадки разные. Ну и учебный участок, и учхоз передали, вернули, по-моему, обратно. Пока еще не вернули. Разберитесь, что значит не вернули. Я так полагал, что его уже вернули. Пока еще не вернули. Но согласитесь, что он нужен? Он нужен, обязательно нужен, потому что, в первую очередь, практическая подготовка студентов, и это свое, и тут и там же преподаватели, и ученые, и работают, то есть есть база, где работать, и учхоз. В первом полугодии этого года вопрос должен быть закрыт. Хорошо, есть. Если там есть какие-то новые против этого мотивы, ну так вы доложите, но хорошо, я не вижу, какие могут быть мотивы против. Как обучать студентов на земле, на животноводческих комплексах там и так далее, если этого нет своего. И я уверен, что это хозяйство хуже не будет у него.